Вы смотрите канал улицы Москвы. Мы находимся на Преображенской набережной. Район Преображенской, но недалеко от станции метро Электрозаводская. Туда, ниже по течению, мы видим Электрозаводский мост. Сейчас находимся на безымянном пешеходном мостике. Попов проезд и жилой комплекс, как это называется, Ар-ди-Салей. Что-то такое. Вот здесь у нас сам, собственно, электрозавод. На левом берегу Яузы, который дал название станции метро. Он еще частично вроде бы как функционирует. Но мы сейчас прогуляемся по бережку, вверх по течению. У нас ниже будет Семеновская набережная, а выше набережная Ганушкина. Ну, на тех набережных мы уже бывали, но здесь пока нет еще. На Преображенской набережной сейчас исправим. Вот он, мостик. Ну, такие типичные мосты для реки Яуза. На них любят еще всякие тусовщики собираться, вот на вот бетонных конструкциях. Такие мосты есть и ниже по течению, в Таганском районе, в Басманном районе. Ну, в общем, везде, где Яуза заключена в такие высокие берега, в своем нижнем течении. Можно спуститься тоже сюда. Посмотреть, насколько грязная же вода в реке. Но мы вот достаточно часто вот в последние выпуски гуляем по Яузе. Так вот получается, потому что много здесь сосредоточено различных улиц, переулочков, набережных. Здесь старые заводы, фабрики. Там выше по течению еще фабрика «Красный богатырь». Многие переделаны под офисы или сдают частично свои помещения в аренду, так что тут и вдоль берегов Яузы сформировался бизнес-кластер. Ну, наверное, не только про Яузу это можно сказать, и про Москву-реку тоже. Те же вот трехгорные мануфактуры, потом бывшая это ситцевно-бивная фабрика. Так, что вот этот мостик, кстати, имеет даже свое название. Называется Рубцовско-Дворцовый мост. Как и улица в Сокольниках, на той его стороне. Можно тоже забраться сюда на мостик и посмотреть с него.
панораму. Здесь даже замочки есть. Гуляют на свадьбах. Ну, все-таки для свадьбы, наверное, это не самое лучшее место для прогулки среди промзон. На том берегу также располагается матроска, следственный изолятор. Ну, такое, то есть тут. Также где-то было трамвайное депо, тоже на противоположной стороне. Дальше она там будет. Ну, такие вот набережные, они больше, конечно, адаптированы для автомобильного движения. Здесь не ходит общественный транспорт. Ну и пешеходы тоже встречаются достаточно редко. Ну, если куда-то погулять, то действительно, наверное, и в парк Сокольники лучше доехать, не полениться. Благо тут недалеко он. Ну вот тоже вот соединительная линия на Сейчас трамвай поехал из депо на маршрут. Вот мы видим по тому бережку, по Русаковской набережной. Но никаких регулярных маршрутов здесь нету. Возможно, они сажают там на остановочках по пути. То есть это получается соединительная линия депо с улицей Стромынка. Ну, двигаемся дальше. Различные мойка, шиномонтаж, тут учреждения такого плана. Ну, сталинки, конечно, нарядные. Сталинки, конечно, здесь нарядные стоят. Но, как мне кажется, есть ряд минусов в том плане, что, наверное, не самая лучшая транспортная доступность. То есть метро там, ну, минут
не знаю, 10-15 скорее. Ну и транспорта регулярного нету тоже. Вон чайка полетела. Чё, охотится, рыбачит что ли тут? Ну, такая у нас прогулочка была по Преображенской набережной реки Яузы. Будем закругляться.